Что думаешь по поводу Флойда, который говорит, что он более великий, чем Али? Он бредит. Послушайте, если бы он был хотя бы неподалеку от величия Али, он сам отвозил бы своих детей в школу. Он не может самостоятельно отвезти своих детей в школу, и он говорит о том, что он великий? Величие — это не когда ты ограждаешься от людей, величие — это когда люди тебя признают. Он не может сам отвезти детей в школу. Он маленький испуганный человек.